Оставался последний способ срубить бабла – взять кредит до получки. Я был удивлен, когда не обнаружил очередь в заветное окошко. Хотя бы в чем-то мне повезло, подумал я, пока не появились вот эти уебашки. Экатологи — это экстремистский эко-культ, что-то среднее между бета и саентологией. В общем, они проводили очередную вооруженную акцию по привлечению финансирования. Внезапно появилась полиция, и через несколько секунд вокруг начался сраный стыд и месиво. Нужно было что-то решать. Если бы я вмешался и помог полиции, мне бы, глядишь, награду какую дали, да и прославился бы я. С другой стороны, я слышал, что эти экофанатичные тёлки просто озабочены нимфоманки, что тоже неплохо. Мне предстоял непростой выбор, от которого зависел ход всей истории. Что ты ненавидишь Америку? Надеюсь, это не занесут в мое личное дело. Несчастный случай на охоте. Я исправлю ошибку твоих родителей. В этом хорош. Яблочко. Ты ненавидишь Америку. Не толпитесь, пуль хватит на всех. Прощение просим. Проредим генетический ряд в этой дыре.
ты не думал, что умрешь сегодня? Сюрприз! Всему виной интернеты! Потом вломился спецназ и стало по-настоящему весело. В яблочко. И вот так я стал работать в полиции Катарсис. Удивительно, но не все девки в полиции оказались ковырялками. Хотя большинство именно ими оказались. Йоу, кенты, это Крочи! Простите, что прерываю вас на самом интересном месте! Это было актуально типа 6 лет назад! Но у нас есть серьезные заявления касательно твоего поведения. Кроме того, ты же не хочешь быть как мистер Бангл. Да уж, эта группа говно. Паттону следовало остаться в Пейдуму. Короче, кенты, вот эта расписня в углу показывает, насколько вы добрые или безумные. И само собой, зная, что время возможной концентрации твоего внимания сведено к минимуму таблетками и порнухой, мы сделали все совсем просто. Верно, Ларри, нужно всего лишь запомнить. Применение смертельного оружия – путь к безумию. Применение несмертельного оружия – путь доброго парня. Если выполнишь задание на 100% добра, сможешь выбрать, каким путем будет развиваться история. А если нет, то клали мы болт на тебя. Но все же, что мне будет за 100% безумия? Да ничего. Отстой! Кто это говно придумал? Это важное сообщение доставил вам Крочи из Империи Шоколадного Глаза. Порадуйте своих близких. Берегите желудок, ребята, а еще у нас бесплатные огурцы для дам.